Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет! Коктейль ТВ в эфире, снова Яша и мой отец Александр Николаевич. И сегодня рубрика «Галопом». По автостопу. По красностопам, друзья. По автостопам. По автохтонам. По автохтонам российским, да. Сегодня третья часть. Продолжаем, да. Рубрика. Наконец-то мы нашли опять красностоп. Блин, так долго ищем, ребята. Вот нету красностопов. Ну, в Перми тяжело. Вообще, да. Сколько магазинов мы объездили, и всякие фирменные магазины. А в фирменных магазинах там... Ну, есть, ну, блин, дорогущие. По 2000 рублей. Так всего, мы последний раз заезжали, не было уже. Было 2000 рублей. Да? 2500 фонарей там стоит. Так фонарей мы уже пробовали. Нет, мы пробовали Клю Рельмонт. Так тоже фонарейская? Да, там она коллекционная. Дверь за 500. Тоже фонарейская. Ну, скорее всего. Ну, ждем ваши донаты, и мы купим. Да, но сегодня, друзья, не менее интересный. Мне вообще очень интересно. Это донская винодельня Вилла Звезда, друзья. Год урожая 18-й. Говорят, еще и Гранд-резерва даже. Атаман Красностоп. Ростовская область, Россия. Вино приготовлено из красного сорта винограда Красностоп Золотовский. Сегодня у нас Золотовский. Давай вот. Зальем потом. Давай. Пускай она подышит маленько, то у нас с тобой сегодня нету. Ни аэраторов, ничего нету. Аэраторов нету. Аэраторов? Да. Аэраторов нету, выпили. Давненько я вино не пью. Прям хочется. Ну, соскучился, честно. Вообще, по вину. Долину Дона я вообще... Ни одного вина, по-моему, я не пил, к своему сожалению. Винодельня вообще с 13-го года. Ну, не старая, совсем молодая. Совсем молодая, да. Ну, они, конечно, делают и автохтонты, и также еще и международные сорта тоже. Я что-то посмотрел, там не очень много делают всего. Да нет, там сортов 15, может, 10. У них, собственно, виноградники, то есть полностью... 100 гектаров. 100 гектаров, да, полностью процесс... Виноделие это у них прямо происходит. Что там еще интересного? То, что они перегоняют сусло гравитационным, да, способом, без насосов всяких. Ну, слушай, интересно. Только брендированы, кстати. Собирают сбор ягод вручную только. Что не может не радовать, да? Это уже говорит о качестве, какого-то определенного качества вина. И также они охлаждают ягоды, да? Что? Ну ладно. Видели, как я посмотрел на него? Все понятно, тут сразу же. Сразу все понятно, да. Я тоже хочу прочувствовать до конца. Между реками Сал и Дон, здесь карта изображена, находится у них винодельня. Правый берег реки Сал, во. Географическая зона долина Дона. Год урожая 16, розлив 06-06-22. То есть... Непонятно только было, вот на одном сайте было написано полгода, но на официальном сайте было написано, что выдерживается год. Год, во, да. Французском дубе. Французский и российский дуб там. Да? Да. Французский и российский дуб в бочке небольшие, 225 литров. 225 литров, да. То есть, ну это хорошо, это прям вот все, что написано, все как бы прям вот хорошо. Не знаю, как это будет. Сахар 2 грамма. Ну, то есть сухое вино отличное. Все. Я люблю сладкие вина. Да ладно. Я люблю портвейн. Ну, это совсем другое. Да, понятно. Портвейн это не вино, можно сказать. Ну, сегодня будем пробовать красностоп. Кстати, который... Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Вообще, потенциал хранения 5-7 лет. Там 5-7 лет написано, еще можно его спокойно хранить. Так это вот потенциал хранения старения. А у нас молодое же, оно новое совсем. Что, розлик-то? 20-20. Да, я сказал. Да, то есть ему бы... По сути, это лет бы 5 еще бутылочки где-нибудь посидеть. Поэтому не знаю, как это правильно оценить, да? Скажи, что мы уже пробовали. Так, друзья, мы уже пробовали 5 разных красностопов, да? Да. Первое место у нас занимает... Давай, пятое место у нас занимает Millstream 1936. Я помню, который... это ужасное вино. Но... 132 балла мы ему поставили по нашему личному рейтингу, да? Да. Адагум 143. Это прям дешевое-дешевое вот это вот красно-белое, да? Адагум делают. Да, да, да. Шато Таман 2017 года резерва была 150 баллов. Собербаш 2020 года розовый 158. И первое место пока это Фонагория Клю Лермонт 2019 года. Очень понравился. Да. Оно прямо супер, да. 171 балл. Ну что, сегодня будем оценивать, напоминаю, наши оценки каждый по 25 баллов. Да? Мы оцениваем дизайн, нос, рот и цена-качество.
Да. Мы купили его за 850 рублей, да? В Перекрестке. Да, в Перекрестке. По-моему, 850. Да, плюс-минус 850 рублей. Ну что, будем пробовать, что ли? По дизайну? Ну, мне нравится. Мне нравится такой, да? Дизайн. Да, все без... просто. Простенький дизайн, хороший. Мне нравится такой. Ничего, темная этикетка, темные бутылки, и все видно, как называется, название видно, все это, господи, красиво. Ну что, что мы там? Цвет прямо темный, да? Что мы первое смотрим? Ну, сначала давай просто попробуем, а потом уже оценим. Тут по дизайну... А, дизайн, ну дизайн, вот мы сказали, да, что... Мне нравится дизайн, я сразу скажу, что нравится. Блин, цвет прямо вообще... Прям непрозрачный, такой насыщенный. Видно, не видно, не знаю, смотрите. Такой каемочкой. Да. Плотное такое, да, прям вот? У меня какие-то букашки плавают. Букашки? Смотри, видишь, белые. Так это пена. Пена. А, это пена. Морская. Это там пиво, видимо, было. Конечно. Ну, цвет прямо выдержанного вина, как бы, есть все. Ну, каемочка коричневая, конечно, но... Ну, очень темное вино прямо. Темное, да. Ну что, всколыхнем и на аромат. Я даже вот так пальцы свои ничего не вижу. Да, да. Не, он не просвечивает вообще. Совершенно непрозрачный. Вообще непрозрачный. Ну, аромат. Да? Пробовал? Очень насыщенный, да? Бочка чувствуется, друзья? Ну, здесь черная смородина прямо чувствуется. Здесь какие-то финики, да, пошли? Какое оно прям варенистое какое-то, что ли, не знаю, наваристое. Ты знаешь, вот засахаренное варенье такое бывает, mm-hmm. Вот прямо, да? Но здесь же сахара-то совсем нету. Mm-hmm. Аромат сладкий-сладкий такой, да? Ну и он кисло-сладкий, так скажем. Выдержанное, да? Чувствуется прямо, что вино выдержанное, подготовленное. Смотрите, вот, друзья, вот интересно, год урожая 18-й, да? А розлив 22-го, так получается... 4 года, чем... 4 года, да? Урожай 18-го, в 19-м его, грубо говоря, сделали. 19, 20, еще. 19, 20, 20. Да, 4 года. Где-то же оно. Может, в этих стальных чинах, которые там пишут? Ну, в стальных чинах, да. Причем они там их охлаждают, по температуре там все это брожение проходит. Ну, потом, то есть, выдержка идет потом год. Бочки заливают, да. Год, а, блин, где-то оно еще стояло. Может, он в бутылках сейчас стоит? Да что-то, вот, да. Ну, как бы интересно, да? Спирт, кстати, 13. Нет, мне по аромату нравится вообще. По аромату нравится. Вот. Нет ничего отталкивающего. Именно то, что ты ожидаешь почувствовать в красном вине. Нет, это уже выдержанное, опять же, вино. А он прям чувствуется, выдержка здесь есть. Что здесь бочка. Мне нравится то, что смородинка пахнет. Но прямо такой, не знаю. Смородина. Здесь уже кожаные ноты. Да, есть. Да? Да. Конюшня. Вот это все вот старое. Такое. Ну, как конюшня. Животных татунов как бы особо нету. Нету, нет. Больше нет. Старый дом, что ли, изба старая, знаешь, такая российская. Чуть-чуть пыли, знаете. Пыли, да. Да, вот как бы есть. Старая деревенская изба, знаешь, какая-то. Сени какие-то, вот такие вот ощущения навевает. И кусок мяса хочется. Кусок мяса хочется. Это реально хочется. Да, прямо. Мы стейки купили. Очень развивает аппетит. Стейки вы взяли. Стейки взяли, да. Ну, интересно, интенсивная, да. Мощная. Слушай, мне нравится вот такой аромат, вот честно скажу, мне нравится. Да, обалденная. Да. Ну, давай, будем пробовать. За вас, дорогие подписчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на все наши соцсети, телеграммы, инстаграммы. Инстаграммы, ну, что-то мы пока уже не перестали туда делать. Да. Вконтакте. И Дзен. Классники, контакт, цен, все, короче, есть. Все, короче, все ссылки в описании. Да, в описании. Так, ну что, народ, давай. А здесь как-то пустовато. Пустовато? А, вот, на послевкусе ты, ну, слушай, на послевкусе зеленые листья. Оно, главное, кислотное такое, да? Угу. Я не ждал, что оно такое кислотное будет. Надо же зеленые листья прямо, ну, смородиновые зеленые листья вот эти, да. Да, здесь прямо зелени много. Зелени много, да, вот, слушай. Чувствуешь? Потом идет засахаренность, типа, как в портвейнах немного, знаешь, или в каких-то мадерах. Какой кислотный, прям приятный. Кислотность, да? Такая прям, угу. Вообще. Блин, вот ощущение, что вот, знаешь, чай заварил, хороший чай, угу.
Да? Ну, есть такое. На листьях, не чай. Зеленый чай. Да, на зеленых листьях вот заварил. Зеленый чай. Да, зеленый чай. Угу. Да, танины как бы, они такие вроде бы есть, цепляются, а потом куда-то... И сразу резко уходят. Куда-то уходят, да? Причем вот только на губы попало, да, вот угу. Как, ты даже замораживаешь маленько губы и сразу уходят. Ну, прикольно. Блин, а после вкуса чувствуется бочечка такая. Я еще не почувствовал до конца. Ну, блин, мне нравится. Это хорошее вино уже. Я скажу, что мне нравится вино, да. А чувствуешь ручная сборка, да, вот это? Угу. Прямо, блин. Ты же винный потребитель. Так дизеля нету. В смысле? Ну, когда, видишь, трактор собирает, все равно там солярка упала, там керосин упала, там еще что-нибудь. Ну. А тут нету. Тут главное написано, что в течение 3 дней употребить. В течение где? 3. В течение 3 часов. 3 часов употреблять. Выучил употреблять. Слушай, хорошее вино. Я скажу, что хорошее вино. Прекрасно, 100%. Оно, смотри, очень легко пьется. Оно мягкое. Нет, вот. Вот как ты сказал, кислиночка зашла такая прямо, она вот отвязала маленько и тут же ушла, и настроение у тебя хорошее, понимаешь? Ну и дымка тоже, да, вот это чувствуется? Вот слушай, да, вот какая-то дымочка есть. Вот, да, красностоп, вот он такой вот виноград, да, который дымку дает. Я с тобой согласен, всегда дымочка, же какая-то дымочка вот такая есть. Нет вот этого никакого там, как в аромате пыли вот этой, тут ничего нету этого. Ну в аромате да, есть, а во вкусе нет. Оно мясистое такое, прямо вот, прямо, я не знаю... Сочное, прям сок такой хороший. А мне нравится, что у него кислотность большая. Да. Это, видимо, то, что в Ростовской области там все равно, может, не так сильно вызревает ягода, да? И она как более кислотная, что ли? Нет, такое вино очень хорошо. Ну, это хорошо, да. Угу. Это хорошо, это приятно, это можно пить прямо, сидеть, кайфовать. Мне очень нравится то, что начали в Ростове, там, в Волгограде все эти виноградники делать. Это уже вообще круто. Ну, 800 рублей, это тоже не дешево. 850, ну, здесь уже как 900, бы оно выдержано, да, как бы, да. Ну, знаешь, вот сейчас вот даже вот 850 рублей, да, вот сегодня мы там ходили, я смотрел даже, в принципе, вино от Риохи, они также как бы уже все дешевле. Это не где-то, да. То есть раньше как-то казалось то, что Испанию дешевле можно взять. Ну, конечно, Гранд Резерв там будет отличаться, там она, блин, уже 5 лет, там, грубо говоря, выдержана, да, 4-5. Сколько памяти. Блин, все равно у нее зеленый лист почему-то, да. Знаешь, вот такой. Здесь прямо это, как будто танины чая зеленого, настоявшегося, да, такого, чересчур сильно заварившегося. Прикольно. Очень зелени, да, много как бы чувствуется. Но эта зелень не противная никакая? Нет, нет, она не противная, она именно хорошая такая, именно, знаешь. Именно прикольная, да. Надо даже не сказать, что там, вот как ты говоришь, его, да, просто много наложили, он крепкий заварился. Угу. Но противности нету. А. Она наоборот, вот как бы такой мощный. И мне какая-то, как маслянистость у него есть маленькая, блин. Первый глоток мне показался вообще пустоватым. Вообще пустое. Сейчас смотри, вот чем дальше, тем оно больше раскрывается. Мне кажется, оно еще постоит сейчас вот полчасика. И потом оно вообще будет другое. Хотя пить сразу же, да, приятно? Очень приятно. Не надо его там выдерживать, мне не кажется, вообще ничего. Ну давай. Ну, красностоп узнаваемый здесь, мне кажется, да, узнаваемый, да, да? Да? Вот это со своей дымкой, да, вот это непонятный. И как бы кислотность есть, и дымка. Вот красностоп интересная ягода. Все-таки мне нравится, не знаю. Слушай, заворожило. Сейчас, вот, блин, нету, жалко, мы лимон выпили уже, сейчас бы сравнить вы его, ну, да. Ну вот, да. Ну мы потом, возможно, когда рейтинг будет, потом лидеров сравним еще раз. Может быть, купим, да, даже специально. Ну да, интересно же. Да, ну-ка давай, что там. Ну, давай, оценочку туда начнем ставить. В дизайн. Так, так. Ну что, 25-бальная система, 20, да? 25 баллов, да, максимальная. Да. Восемьдесят шесть. Это 174, да, первое место? Первое место, нифига себе. Вот я говорю, вот сравнить без плюс лимон. Ну их сравнить надо, да, потому что мы уже давно оценку как бы, да, делали, то есть, ну, что, даем первое место, друзья. Что ты по дизайну поставил? По дизайну я поставил 20 баллов. 20, я 22 поставил. Мне строгая бутылочка, мне это нравится, понимаешь? Вот, ну, может быть, да, может быть. Мне вот фонарея больше нравится в дизайне, да? Допустим. Нет, мне это больше нравится, 100%. Давай дальше. Нос. Нос 21 поставил. Я 20. Ну, примерно одинаково, там плюс-минус. Да, да. Вот. 23. 24. Вот видишь, мне больше понравилось. Вот, ну, знак, качество одинаково, 22. Да, вот поэтому у нас так получилось.
Может быть, да, я маленько, может быть, завысил там за дизайн. Ну, не знаю, мне вот такой дизайн нравится. Мне понравилось, смотрите, вот черная бутылка и очень красиво. Ну, типа как у Мисхака выглядит черного из черного, знаешь, у них там есть. Вот. Смотри, как красиво она смотрится. Ну, да. На черном, черное и прям вот... Ну, красиво. Красно-стоп такая, да. Ягода такая, видишь, тут темно-гранатовый цвет такой, да, прямо. А может, вот эта вязка тоже как гранатовая, на самом деле. Даже вот такое, знаешь, как вот когда гранат темки, да, вот такое бывает. В общем, друзья, пока первое место. Да. Слушай, не знаю, конечно. Ну, блин, ну ладно. Пусть будет, потом, если что, сравним. Конечно. Ну что, я давай. Крылья ремонт, я помню, он тоже такой вкусный был. Да. Может быть, даже вкуснее. Ну, не знаю. Возможно. Ну, чтобы правильную дегустацию провести, это на все вина сразу же одновременно пить, да? Да не, классно. Хорошо. Мне нравится кислота здесь. О, большим глотком. Сейчас вообще все повязало. Даже нас не повязали. За такие рейтинги. Слушай, как вкусно во рту. Угу. Вот реально вот зеленый чай, вот этот перенасыщенный зеленый чай со смородиновым листом, может быть, даже вишневым листом. Что такое, компотик, да? Как, да, вот как бы чайный, вот такое, чайная композиция вот такая, да, из всяких разных листьев. И причем это все было сделано на огне, да? Возможно, чайник стоял вообще на костре, потому что есть отголоски дыма какого-то. Я не ощущаю винограда, вот самое интересное. Вот вообще, виноград вообще не ощущается, да? Вкус винограда нету. Прикольно. Классно, да, Ростовская область, блин, круто вообще. Круто. Винодельный, ну, первый раз я пробовал, Донская винодельная, Вилла Звезда, да. Классно. Ну что, интересно. Пишите, кто пробовал это вино, а кто не пробовал, я советую попробовать. Ну да, потому интересно. Что, вот честно, мне понравилось вообще. Блин, не зря мы первое место дали. Ну да. Так, за похуй, я бы тоже не дал первое место. Ладно, ладно, друзья, будем прощаться до следующего обзора. Надеюсь, мы еще найдем красотов. Хотя не так уж и много, конечно, но будем искать что-то. Да. Остались дорогие-то какие-то такие позиции, прям 2000 плюс, как бы, блин, что-то как-то. Ну, ждем донаты и будем покупать. Ну, да. Либо предложение от компании. Да. Все ссылочки под роликом, да. Сами знаете, ютубчик ничего не платит. Переходить на Яндекс.Зет, там хоть какие-то копейки падают, да, вот сейчас уже... Уже упало. Да, маленько подкопили, может быть, и купим еще другие вина. Посмотрим. Да? Да. Ладно, всем пока-пока. Пока-пока.